Максат Ильясулы – первый в списке активистов движения «Антигептил», который вышел протестовать у здания «Казкосмос». Я против запуска протона, который использует гептил и амил. Весь мир знает, что гептил – очень высокотоксичное мутагенное вещество. Мы этого против. На плакате активиста слова главы «Казкосмоса» двухгодичной давности. Тогда Талгат Мусабаев с высоких трибун заявил, что будет делать все, чтобы сократить количество запусков российских ракетоносителей на гептиле. Немногочисленные журналисты стали, по сути, единственными свидетелями акции протеста. ОМОН в суть дела происходящего не вникает. Поводом для начала акции протеста активистами антигептила стала фраза, которую Талгат Мусабаев даже не обронил, а выдал как общее мнение в интервью российским «Известиям». «Ни я, ни один здравомыслящий человек в Казахстане не хочет, чтобы Россия уходила с Байконура. Мы партнеры и союзники. Мы бы хотели, чтобы Россия оставалась на Байконуре всегда». Движение «Антигептил» появилось сразу после летнего крушения российского ракетоносителя «Протон» на старте. Тогда ядовитое топливо разлилось на территории космодрома, который, с одной стороны, часть территории Казахстана, но находится в аренде у России и живет по российским законам. Астана делает только первые шаги, чтобы повлиять на Москву в этом вопросе. Даже озвучивает просьбы отказаться от использования «Гептила». Москва их слышит и обещает свернуть эти программы не в ближайшем будущем.